Кстати, смотри, кто пришел. Здравствуйте, детки. Здравствуй, Дедушка Мороз. Здравствуй, дедушка. Катя, Дедушка Мороз мы пришел. Мы тебя дождались. Куда мне пройти? Туда. Показывайте. Дедушка устал, дедушка прилетел. Если его, конечно, тут солнышко не припечет. О, дедушка трошечку спрячется. Ну, что вы приготовили в этом году? Я начну с вами стихотворением. Раз. Папа шел, со девайки, где своем разы подну. Хропал за рустчинкой, а войны на хладно. На задах и на брюше, под ледом си плаву. Рыбар сидит в кожище, паутина тим главу. Молодец. А теперь, Катюша. Замечательно. Ну, я не знаю, если Катюша. Катюшка, что ты подготовила Дедушке Морозу? Песенку, да? Эльза, давай споешь? Да, а если не умею? Давай вместе. Метели, грозь, склоны горных вершин и бела земля. Безмолвные королевства, королевой стану я. А ветер стонет и на сердце ураган. Мне бы его сдержать, но я не могла. Не открываешь, уже не вернуть, отпусти, не забудь. Но она как-то разъясняется. Не бойся, но ты молодец. Зеленая, зеленая была, метель я пела песенку, спи, елочка, бай-бай. Моё снежка, мокудыва, смотри, не замерзай, пусишка. Подарочки я вам принёс. Подарочки? Кать, подарочки. Тут я давеча узнал, что есть такая штука, как интернет. Зашел туда, посмотрел и нашел канал одной девочки. И очень мне все понравилось. Все очень занимательно, красиво сделано. Вот. Ну, в принципе, нужно и дальше стараться. Но единственное, немножечко надо как-то внятнее разговаривать. С речью надо поработать. Слышала, а Вик? В основном очень нравится. Теперь я практически каждый день захожу посмотреть, нет ли там чего-нибудь нового. Вот. И еще я принес такой подарочек. Прошли слухи, что кто-то немножко ленится. Кактус живой. И поэтому о нем нужно заботиться. Конечно, не сильно часто, но все равно. Вот это такой один красивый. Да. Какой полезный подарок, Дедушка Мороз. А вот такой пушистый. Это чтобы одному не было скучно? Это друзья или подружки? Это чтобы была компания. Компания кактусов? Катя, это уже танцует. Кроме канала еще. Я слышал, что ты хорошо учишься. Вот, и все тебе удается. Не стоит останавливаться, а продолжать в том же духе. И в следующем году я надеюсь, что результаты будут еще лучше. Вот. А теперь для этой маленькой девочки. Для Катечки. Для Катериночки. Вот есть у меня такие штуки. Прошли такие слухи, что такая маленькая девочка любит кушать. Это неплохо. Это держи! Тебе, Катечка. Это тебе ананас. Что это... надо сказать? Спасибо, Дед Мороз. Пожалуйста. Но, кроме того, нужно еще и делиться. Вот. Катя умеет делиться? Да. И вот еще такие штучки. Тут такие вот мохнатые картошки. Это киви, дедушка. У нас на Северном полюсе такое не растет. Поэтому я не знаю, что это такое. Но я думаю, ты разберешься. Это тоже тебе. Бери, Катюш. Бери, Катюш, эти мохнатые картошки. Давай, вот. Поставимся. И вот и все. Песенку спи, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутыла, смотри, не замерзай. Мороз снежком укутыла, смотри, не замерзай. Трусишка, зайка серенький, под елочкой скакал. Порою волк сердитый, волк сою пробил. Ну, спасибо тебе, Дедушка Мороз, спасибо, что пришел,
что не забыл о наших девочках. С наступающим Новым годом! С наступающим вас Новым годом! Надеюсь, встреча с вами в следующем году. Ох, как здорово! Катюша, давай покажем Дедушке Морозу нашу комнату, как вы ее украсили. Конечно, покажите. Я с удовольствием посмотрю. Показывайте. Такой зимний сказочный мирок устроили. Ну, снежный такой. Да. И даже и для тебя не забыли вот тут. Замечательно. Столько всего. Кать, что это здесь за свертки? Подарки. Подарки? Для всех нас. Отлично, так. Для трех. Угу. Скопните на окно. Это не на окно. На так, пойдемте смотреть на окно. На какое-то окно. Есть сюрприз на каком-то окне. Так. На окне. Ага. Кажется, я догадываюсь, какое окно. А я тут прицепила мешочек. Большой и короткий. Винцо или шампанское? Мой любименький. Вот это тебе, да? Давай открывать. Смотри, это плита. Ты заказчик готовил. Катя так много готовит нам. Когда вы так делаете, она выпрыгивает и очень смешно иногда. Так, два. Вот. Сколько всего выпрыгнуло. Там кто-то есть. Это волшебная штучка, знаешь? Не знаю, это на кухне или дуб, или что-то еще. Слушай, сладкий, сильный какой. Упаковка, еще упаковка! Ого! Я тоже украшена. Почему я наебала? Сейчас я буду готовить. Да, это было окно с меняющимися поездками. Что, забили? Сейчас я буду готовить. Ой, чего так? Это у тебя маленький, тебе хватало их только на челочку и так далее. Теперь ты сможешь. Ого, всякие, какую нам штуку. Есть книжечка. В книжечке написано «Потайные буквы». Так. И надо... Вот тут написано, кому это. А давайте мы попозже только это будем разгадывать, но обязательно. Ты очень круто придумала, мне очень нравится. Прям до 5. Так. Потом за стол сядем, когда уже будем жевать, жевать. Тогда погадаем. Хорошо? Всякой всячиной всяческой. Чтобы ты долго ел, что ты делал, баловал себя и прочее. Я хочу черный. Надо черный ром. Мама, это то, что просто не поместилось бы под елочку. Да. Это! Можно сейчас потестировать? Можно! Во-во-во-во-во! Получилось! Что это длинная штука? Сейчас попробуем, что это? Меняющийся кот с единорогом! Ну покажи, если переверни. Говори. Что ты скажешь бабушке? Спасибо, бабушка! Это так круто! Такая крутая! Да я представляю, теперь до дыр затаскаешь, спать не будешь, даже не будешь. Катя, не можешь кушать из нее. Ну, смотри, что у тебя есть. Тарелочка. А кто нарисован? Динозаврик. А кто у нас? Чашечка. И чашечка. Все, это твоя посуда. Нас просто... Мы будем использовать. Ничего нам это попадет. Ой, ничего, процесс ничего. Уходящему году и дегустация всего наготовленного за день. Ага. Вот Катька показывает лайки. Тебе что нравится, Катя? Что тебе больше всего понравилось? Не дам. Мне нравится лайки. Мне вам тебе вообще нравится, да? Да, лайки. По Новым годом! Так и с Новым годом, с новым счастьем, с Новым годом, ура! Ура! За вас!
видим два конверта, две коробки. Видите, коробка другой формы со снеговиком посередине. И сверху у нас есть книжечка, в которой есть всякие разные значки. Наверное, это и будет ключом. Давайте посмотрим. Тут две точки, восьмерка с гачиком и... Нет, три точки и восьмерка с гачиком. Посмотрим, можем ли мы найти здесь три точки. Три точки есть. Какая буква? Т. Это, наверное, инопланетяне писали. А восьмерка с гачиком? Записывай. Да. Ну, тебе открывать. Так, три точки и восьмерка с гачиком. Три точки. Тата. Так, это значит, наверное, тебе нужно это сюда. Это, возможно, мне надо? Да, я так думаю. Смотрите, я сейчас инопланетяне крадут. Семки! Семки есть? Ну, уже есть. Отлично. Так, дальше продолжаем. Так, вот такая... Девять с хвостиком. Девять с хвостиком, почти куб. Вот, бей. Вот, мэ. Так. Восемь с гачиком. Угу. А. И еще мэ. А, это для меня. Ух ты, мне здесь всякая красота несусветная. Так, отлично, я столько могу всего наделать из этого. Всяких поделочек, мои. Я люблю. Нет, да, мамочки, положи, пожалуйста. Спасибо. Так, ну это еще не все. Ух ты. Это пингвинчик здесь. Да, веселый новорок. Супер. Вика, вообще это было классно. Это был целый квест. Ты молодец, милый, ты справилась. Точнее, справились мы. А ты справилась с тем, что смогла это делать, придумать. Молодец. Скоро приду. Знаете, как чехи отмечают Новый год? Вот так. Они бабахают салютами везде. У них это самое главное, попускать салюты в новогоднюю ночь. И вот мы сейчас смотрим, как наши соседи всякие пускают салюты. А сами уже стоим одеты и с коробочкой. И сейчас тоже пойдем бабахать. Только шампанское забыли. Поэтому надо вернуться. Больно вышло. Офигеть, можно страшно. Ты как? Это мы, приколите, пуляем. Это мы такой натворили. Так, и так. Итак, маленькой елочке холодно зимой. Из лесу елочку взяли мы домой. Катечка, можешь есть. Можешь прям кусать ее. Кусай. Так, дети, все можете кусать. Дети, не родители. Алекс, ты где? Зомби съел своих соседей. Алекс, грызайся. Можно? Пас. Давайте грызите это дерево. Дайте мне тоже. Давай. Сашка, дайте ей потом, уже она плачет. Скажи, как он любит. Ой, там все умеет. Возьми вот это. Мое. Мое, все мое, все мое. В городе потушили свет, потому что сейчас бомбанет. Поставлением музыки изображения. Смотри, как он сверкает.
Там запасов было. Это желтая горка, с которой Катька обожает вообще скатываться до визготы. Она нас туда гоняет, она не дает нам купаться, не дает нам ничего делать. Надо гонять по горке. Там внутри такие огонечки. А красный кошмар, вот этот, который вертикально падает вниз, это то, куда выплевывают папу нашу. Вот, а так все, конечно, прям супер-пупер. Мы купались.